Сегодня мы презентуем первую книгу из серии книг «Наследие калмыцких гелюнгов». Эта книга написана калмыцким гелюнгом Санжар Акба Меньковым в Америке. Значит, сам гелюнг Санжар Акба Меньков уходил вместе с другими нашими земляками во время Великого Исхода 100 лет назад. И вот, обосновавшись в Америке, написал эту книгу, в которую вошли наставления по прибежищу, краткое прибежище, порождение прибежища, наставления по прибежищу. То есть это как раз та основа буддийского учения, то фундамент, скажем, который, собственно, делает человека буддистом. Поэтому, именно поэтому Санжар Акба Меньков выбрал именно этот текст для своей книги. Вот, поэтому эта книга будет полезна абсолютно всем начинающим буддистам, и не только начинающим буддистам, уже практикующим буддистам также будет полезна эта книга, потому что в нее вошли не только наставления по прибежищу, также в нее вошли и другие молитвы на калмыцком языке, которые раньше читались в наших калмыцких степях. Кроме того, в книгу также вошла биография самого Санжара Акбы Менькова и кое-какие фотографии из того времени. И эта книжка, поэтому эта книжка также будет интересна не только верующим читателям, но и людям, которые интересуются нашей историей калмыцкого исхода и тому подобное. Книга Санжара Акбы Менькова, выдающегося просветителя калмыцкой эмиграции, которая называется «Хурангу Ивяль Залеврул Тергют Норшева», посвящена прежде всего комментарию к тексту «Прибежища», короткому тексту «Прибежища», который читался всеми калмыками до революции 100%. Молитвы этого текста находятся и в восточных, и в западных, и в северных районах Калмыкии. И здесь, в этой книге, содержится комментарий на этот текст, содержится сам текст и другие молитвы, которые важны для духовной практики наших земляков с вами. Поэтому эта книга будет распространяться в сети книжных магазинов по Республике Калмыкия, по городу Элисте. Приобретайте эту книгу, помните о прошлом, помните о своих выдающихся земляках, которые создали огромное количество трудов для нас с вами.